Глава округа Владимир Волков в торжественной обстановке вручил люберчанам документы на жилье. Детям-сиротам жилищные сертификаты в Подмосковье вручают второй год. В 2023-м право на безвозмездную субсидию от государства на покупку квартиры получили 10 люберчан, в этом году еще 8. Также Владимир Волков вручил договор и ключи от трехкомнатной квартиры семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий. Денис и Светлана воспитывают 6 детей. Младшему почти год, старшему 14. Все это время семья ютилась в одной квартире с родственниками. Желаю только, чтобы этот дом стал таким. 12 человек нас было в прошлом в нашей квартире. Там и бабушка, и папа, и все родственники, и семья сестры. И сейчас, конечно, мы счастливы. Ну, теперь у нас есть большая квартира для нашей большой семьи, просторная. У каждого будет свой уголочек, свой закуточек индивидуальный, не так, как раньше было.